Ну что, друзья, продолжаем с того места, на котором мы остановились в предыдущий раз. Вернее, типа там была новость, я ее обсудил, я о ней рассказал, вы такие типа, о, молодец, круто, классно, на тебе, держи, 150 просмотров. Я такой типа, 150. То есть, не больше, не меньше, чисто. 150, вы такие, типа, ну да, а сколько тебе еще надо? Я такой, типа, ну можно хотя бы 200? Не-не-не-не-не, 200 нынче вот нельзя. Поэтому давайте сегодня мы с вами опять-таки обсудим новости Black Rush, пока меня оттуда не выгнали за малое количество просмотров. Приступаем. На Black Rush вышел багафикс после глобального обновления, который несет в себе огромнейший список изменений. Делитесь своими впечатлениями об новом обновлении в комментариях. Было бы замечательно, если бы они написали, что изменилось. Какой-то кратенький список того, что поправили, как было и как стало. Потому что сейчас, в данный момент, я не знаю, что произошло вообще, что стало, что было, что будет вообще. Я вообще не понимаю. То есть, как это все работает? Чуваки, вы что, в самом деле, Life was mobile, самп, КРМП и так далее. То есть, ладно, хорошо, поправили, замечательно. Давайте просто тогда обратимся к скриншотам, которые они тут прикрепили. Может быть, по ним все будет всегда понятно. Вот, то есть, у нас тут есть техпаспорт, износ двигателя, износ воздушного фильтра, там износ. Сервак Yellow. Ну, типа, наверное, что-то поправили в техпаспорте, я могу предположить, потому что Life Mobile все это как бы вот преподносит нам, и мы такие, типа, а, ну, тогда, да, тогда, ну, все, наверное, так, в общем-то, и будет. Ладно, давайте посмотрим тогда, ну, типа, следующий скриншот, возможно, по нему нам станет более понятно, что же все-таки поправили на всем этом Black Rush рулеплей. Мобайл. КРМП на телефон скачать бесплатно Android ПК. Ну вот, тут мы можем заметить, что механик завершил работы по вашей машине. Вы можете то, сё, пятое, десятое. Игрок там предлагает показать техпаспорт на машину. Вам не нужно проводить обслуживание этого компонента. Потом мы можем выбрать тюнинг. Все это происходит на сервере Yellow. И типа, да, наверное, они что-то поправили. Я могу, наверное, предположить. А может быть и не поправили. То есть, потому что я не знаю. Это же просто какой-то, наверное... ужас, или вроде-то... Я не понимаю. То есть, серьезно, чуваки, вы в самом деле обо всем этом рассказываете, говорите, и все у вас хорошо, нормально, замечательно. Ну, даже не знаю, типа, ну, наверное, поправили, да, наверное, Black Rush, она же, типа, если, тем более, Black Rush поправила, а Life Mobile обо всем этом написал. Наверное, я могу предположить, могу полагать, основываясь на всех вот этих вот постах, что действительно, наверное, они все это поправили. Однако, кто я такой, чтобы что-то вообще говорить про Black Rush, про все остальные сервера, проекты, вообще про Life Mobile, то есть там же работают журналисты, самые настоящие журналисты, редакторы, у них там, я уверен, такая, знаете, большая современная иерархия вот всего этого, и, наверное, ошибки в данном случае исключены, и, скорее всего, это просто посыл, то есть сказать и показать прямым текстом все это скучно, это глупо, это не нужно, это не работа журналистов, а вот завуалировать, то есть сказать, что там есть багафиксы, приложить два скриншота, на которых абсолютно непонятно, что все-таки пофиксили из всех этих багов, вот это самое то. Это то, что мы всегда ждали, это то, что нам всегда было нужно, и это то самое то, что нам нужно. Вот просто, ну, замечательно, отлично. Если вы поняли, что вот по всем этим двум скриншотам, я, возможно, их сейчас показываю еще раз, то есть присмотритесь к ним, что вообще вы там видите, что вы можете увидеть, что вы не можете увидеть. Просто посмотрите. Типа, все хорошо, все, то есть, так и должно быть. Я правильно понимаю? То есть, все пофиксили. Вы довольны, вы играете, вам все нравится, вас все устраивает. То есть, если это так, то тогда ладно. Если вы знаете, что пофиксили, а я вот дурак такой, дебил и непонятно вообще кто, не знаю, то напишите об этом в комментарии, что там вообще такое смогли у нас у всех пофиксить. Ну, да ладно, ссылка как бы на Black Rush, она находится в описании. Там же находится мой промокод #ZDS. Вы его вводите, и тогда все у вас будет, наверное, хорошо. Там же, кстати, есть мой никнейм Данила КПРФ. Я играю на 11 сервере Индиго, это новый сервак, на который вы можете зайти, и со всей информацией, которая там есть, со всем игровым модом, со всеми прочими вещами, вы как бы там можете и ознакомиться, наверное. Можете и не ознакомливаться в целом, как вам будет угодно, удобно и занимательно. Увидимся тут же, завтра, я надеюсь, что все это произойдет в 20:00, либо же немного попозже. Всем спасибо и всем до свидания, и, наверное, пока.